Сегодня в России объявлен день траура. Мы скорбим вместе с родными и близкими наших соотечественников, погибших в авиакатастрофе в Египте 30 октября. 217 пассажиров и 7 членов экипажа самолета, выполнявшего рейс Шарм-эль-Шейх Санкт-Петербург, разбились вскоре после взлета из аэропорта египетского курортного города. Почтим память погибших в этой страшной катастрофе минутой молчания.
начале второго тайма в команде «Арсенал» были произведены следующие замены. Вместо Виталия Федотова, номер 10, в игру вошел Интимир Перхамов, номер 17. Вместо Сергея Маслова, номер 14, в игру вступил Владислав Рыжков, номер 28. И вместо Сергея Игнатьева, номер 27, в игру вошел Иван Гершов, номер 2. Желаю всем здоровья и благополучия. При выходе с трибун не торопитесь, будьте взаимовежливы. Соблюдайте правила приличия. Не забывайте о том, что среди вас находятся пожилые люди, женщины и дети. А следующий матч «Факела» на Воронежском центральном стадионе профсоюзов состоится в воскресенье 15 ноября. В 21-м туре Комитет первенства России по футболу среди команд клубов футбольной национальной лиги «Факел» примет команду «Газовик» из Оренбурга. Начало матча в 18 часов ровно. Билеты на эту игру можно будет приобрести в кассах стадиона, начиная с пятницы 13 ноября. До новых встреч на играх «Факела»!
спасибо.